Наверное, многие слышали фразу «совсем сил нет, мало каши ел». Если каша еще не вошла в список ваших любимых блюд или традиционные блюда ее приготовления надоели, предлагаем улучшить вкус секретными ингредиентами. Если собрались варить рис, ризотто или кино, то вместо обычной воды попробуйте использовать бульон. Он может быть куриным, мясным или овощным. Это не важно. Главное, что вы сразу почувствуете, как изменился вкус. Вышеупомянутые крупы впитывают большое количество жидкости. Главное, что вы сразу почувствуете, как изменится вкус. Белок, который входит в состав бульона, сделает готовое блюдо воздушным. Использовать сок вместо воды можно в том случае, если вы варите овес, кино или рис. Большой плюс данного ингредиента состоит в том, что он может не только повлиять на аромат и вкус готового блюда, но также преобразить его вид. Например, если добавить в кашу вишневый, яблочный или апельсиновый сок, то она из гарнира превратится во вкусный десерт. Еще один оригинальный ингредиент – чай, который лучше всего подходит для приготовления киноа, риса и овса. Тут открываются неограниченные возможности для творчества, ведь существует множество разновидностей чая. Черный, зеленый, фруктовый, травяной, с добавками и без. Выбирайте тот вариант, который, по вашему мнению, сможет лучше всего оттенить вкус готового блюда. Специи тоже могут помочь. Попробуйте в процессе варки круп добавить в воду кориандр, лавровый лист, мускатный орех или кардамон. Вы получите удивительное блюдо, достойное занять место даже на праздничном столе. И приятного аппетита!